На прошлой неделе мы с вами рассматривали и говорили о том, что же такое греховный поступок. И в конце прошлой лекции мы с вами нарисовали диаграмму, в которой указали возможное деление грехов на различные категории. И если вы посмотрите свои конспекты, то увидите, что следующая тема — это природа греха. И на странице 68 в ваших конспектах вы видите, что перечислены 5 элементов. И как я полагаю, что все эти элементы присутствуют в преднамеренном греховном поступке, будь то грех неверия или грех эгоизма. И когда я размышлял о том, о чем следует нам поговорить на сегодняшней лекции, я решил, что нам не следует углубляться в подробное рассмотрение этих элементов, а перейти сразу к странице 69, где поднимается тема вменения нам греха Адама. И это очень важный богословский вопрос, вопрос, относительно которого существуют различные мнения. Разные богословы придерживаются разных взглядов на этот счет. И я бы хотел призвать нас на этой лекции поразмышлять на тему вменения греха Адама. И уже затем, если Бог позволит, мы перейдем к изучению доктрины о спасении. Нам предстоит очень много обсудить с вами. Но, во всяком случае, вы сейчас уже имеете представление, что ожидать на этой лекции. Итак, вменение греха Адама. Когда мы говорим о вменении чего-то, то мы говорим о том, что что-то зачисляется на чей-то счет. Поэтому речь здесь идет о том, что вина Адама вменяется нам. Как это происходит? Что конкретно вменяется нам? Вот эти и подобные вопросы мы будем с вами рассматривать. Если вы просматривали свои конспекты, то вы отметили, что есть 3 пункта, которые включены в эту тему. И наиболее противоречивый пункт, который вызывает больше всего разногласий, это 1-й пункт. Это вопрос, почему же грех Адама вменяется всем людям? И этот вопрос затрагивает тему природы взаимоотношений, которые связывают нас с Адамом, благодаря чему стало возможным вменение его греха нам. И Писание говорит о том, что все мы были в Адаме, и мы совершили грех в нем. Или, во всяком случае, когда он совершил грех, то этот грех был вменен нам. Есть много мнений насчет того, как мы были в Адаме, в чем заключается наша роль. И как бы там ни было, какому бы ответу мы ни пришли, мы должны понимать, почему уместно говорить о вменении греха Адама нам. И как вы понимаете, один из ключевых моментов, который следует обсудить при ответе на этот вопрос, заключается в том, чтобы понять, как может быть справедливым вменение нам греха Адама. И богословы предлагают различные объяснения относительно того, как мы могли присутствовать в Адаме, когда он совершал грех, оправдывая тем самым Бога, вменяющего грех Адама нам. И второй вопрос, который необходимо рассмотреть, что это за вмененный грех, какова его природа? И здесь мы должны понять, что же мы унаследовали от Адама. И здесь мы нисколько спрашиваем, почему мы унаследовали то, что унаследовали, но что мы унаследовали. И на этот счет есть также разные мнения, но не настолько противоречивые, как по поводу 1-го вопроса. И затем 3-й вопрос. Как грех Адама был вменен всему человечеству? И здесь мы нисколько пытаемся понять, как мы присутствовали в Адаме,
но пытаемся ответить на вопрос, каким образом этот грех, так как мы присутствовали в Адаме, и так как мы согрешили в нем, каким образом этот грех меняется нам? Происходит ли это напрямую с того момента, как он согрешил, или этот грех переходит из поколения в поколение? Сначала этот грех перешел вашим родителям, потом они передали его вам. Вот подобные вопросы мы задаем, когда размышляем над третьим пунктом. Я думаю, вы знаете о том, что ключевой стих Писания, который относится к этой теме, это стих, записанный в 5 главе послания к римлянам, с 12 стиха. И если вы посмотрите в свои конспекты, с 70-й страницы и далее, вплоть до 74-й страницы, то вы увидите экзегетический анализ, разбор этого текста Писания. Несколько лет тому назад меня попросили написать комментарий к посланию к римлянам, и, к сожалению, этот комментарий никогда не был издан. Но вот здесь, в ваших конспектах, я включил часть из этого комментария, и если у вас будет возможность, я думаю, что для вас будет неплохо просмотреть то, что здесь написано, и также вы можете обратиться к другим толкованиям и сравнить это с тем, что написано в ваших конспектах 70 по 74 страницу. И затем мы с вами переходим к рассмотрению различных теорий, почему же грех Адама меняется человечеством. И понятно, что этот грех вменяется человечеству, потому что все человечество согрешило в Адаме. Об этом мы читаем в 5 главе послания к римлянам. Но далее напрашивается другой вопрос. Каким образом вы и я, каждый из нас, присутствовал в Адаме, когда Адам согрешал? Я думаю, среди нас нет тех, кто помнит события в Эдемском саду, поэтому резонен вопрос, как это все может быть истинным? И вот с этого вопроса и начинается дискуссия. И ключевой стих, ключевой текст Писания, как мы уже отметили, это послание к римлянам, 5 глава, стихи с 12 по 21. И были предложены различные теории, объясняющие, почему же грех Адама был вменен всем людям. Каким образом мы были в Адаме, какова была наша роль, каково наше участие, и почему это вменение было оправдано. Одна из таких теорий — это теория Пелагии, пелагианство. И вы можете прочитать об этом в своих конспектах. Согласно этой теории, мы никак не связаны с грехом Адама. Мы не присутствовали в Адаме ни в каком смысле, когда Адам согрешил. И как результат, Адам навредил лишь самому себе. Он показал плохой пример для вас и для меня. Но это все, что мы унаследовали от Адама. Его грех повлиял только лишь на него и не имеет никакого негативного влияния на остальное человечество. И это противоречит написанному в 5 главе послания к римлянам, где говорится о том, что не только грех Адама был вменен нам, но и в результате этого смерть перешла на каждого из нас. Смерть перешла на все человечество. Но, согласно пелагианству, смерть не является следствием греха. Смерть — это просто естественное состояние человечества. И если бы Адам и Ева так и не согрешили, они все равно бы умерли, как и умер бы каждый человек, который жил бы на земле. И то, что написано в послании к римлянам в 5 главе, что все согрешили, это означает лишь то, что каждый человек согрешает после своего рождения, и никакой связи с Адамом нет. Но я думаю, уверен, что вы, читая 5 главу послания к римлянам, замечаете, что написанное в Библии никоим образом не подтверждает эту теорию. Поэтому неудивительно, что Церковь еще в первые века
на первых церковных соборах осудила эту теорию как ересь. И позвольте мне поделиться лишь некоторыми аргументами, почему это было сделано. Ну, во-первых, то, что мы читаем в Писании, в стихах в 15, 16, 17, 18 и 19, подтверждает то, что мы имеем связь с грехом Адама. И в каждом из перечисленных стихов говорится, что грех и смерть передаются от Адама всему человечеству, так как все человечество связано с Адамом. И идея, согласно которой ничего не вменяется человечеству, опровергается этими стихами Священного Писания. Второй аргумент основан на 12 стихе 5 главы послания к Римлянам. В этом стихе прямо говорится о том, что смерть является результатом грехопадения Адама, и смерть является наказанием за этот грех. А так как это наказание, то это наказание за грех, иначе наказывающий наказывает несправедливо. Поэтому эта идея о том, что смерть все равно бы настигла Адама и Еву, если бы они не согрешили, противоречит тому, что прямо говорит Писание. Оно говорит о том, что Адам согрешил, и мы все согрешили в нем, и смерть перешла на него и на все человечество в результате этого греха. Есть и другие аргументы, другие возражения. Но я думаю, то, что было нами уже сказано, достаточно, чтобы понять, что эта теория ложная, и почему ранее церковь осудила эту теорию как ересь, основываясь на учении Писания. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинарий».